Привет, друзья! Сегодня у меня для вас трешатина, которая показалась мне забавной. Давайте посмотрим на игрушку «Метеор через 60 секунд». Как-то так она, может быть, называется. Кто знает? «Метеорит 60 секунд». Блин, название перед лицом, а я придумываю что-то. Горячие новости. НАСА недавно заявили, что скоро на Землю упадет метеорит, и Земля будет уничтожена. В это невозможно поверить, но в НАСА говорят, что нам осталось жить лишь 60 секунд. Перед тем, как Земля будет уничтожена, обязательно воспользуйтесь сайтом G-Round, чтобы получить халявные призы, наушники, мышки, клавиатуры, коврики. Как вы можете вообще жить без этого, когда на Землю летит метеорит? Алло. А еще на G-Round каждую неделю вы можете поиграть в две новые бесплатные игры. И именно за это поучаствовать в розыгрыше призов. Ну камон, это же вообще прям что? Вы еще не там. Я поверить не могу. Что я только что сказал? Мне осталось жить всего 60 секунд. Кстати, да. Я только сегодня стал ведущим новостей, у меня ушло 20 лет на то, чтобы заполучить эту должность. Ну и похрен, плевать мне теперь на всю эту мою карьеру телеведущего. А в жопу эту жизнь. Именно так люди ведут себя, когда метеорит летит на Землю. Нет, они идут на G-Round. Мы же определились уже, ну. Твой дом. Что, неужели это правда, что Земля погибнет? Не могу в это поверить. Что же мне делать в эти долбанные 60 секунд, которые мне осталось жить? Можно ли делать все, что хочешь, даже если это незаконно? Незаконно. Может, посадить яблоню? Проклятие, у меня даже нет времени об этом подумать. Погнали! Get ready. Подожди, а как играть? Короче, можно бить всех подряд. Можно поцеловать этого человечка. Давай тебя поцелуем. О, и тебя поцелуем. О, и тебя поцелуем. О, и тебя. У меня 46. Этот человек сбитый ударил меня за поцелуй. Ну, в смысле, все любят, когда их... Ух ты, это мод VG, это можно взять. Теперь я дерусь битой. А ну иди сюда, черт возьми. Так, вот. Ну, тут тоже будем целоваться. Да не с тобой, идрить. Ау, еще. Ау, еще. Ау. Ну тогда так. А вас поцелую? Блин. Мне 17 секунд, у меня тут разборки за поцелуйчики. Дай пошла ты. Может тебя? Фак. 10 секунд, что поделать. Привет. А если я тебя поцелую? 5 секунд, чтобы улететь. Может быть на ракете можно улететь? Я избили возле ракеты. Метеорит упал на Землю. И что? В конце концов, я умер, это была хорошая жизнь. Я вижу лишь белый пейзаж. Что же это такое? Небеса? Это они? Готово, пожалуйста, вставайте. Ох, где я? Вы только что прошли тест по диагностике вашей личности с применением запрограммированной виртуальной реальности. Виртуальной реальности? Что? Земля не погибла? Так точно, наша последняя разработка — это прямо как в фильме «Матрица». Она позволяет вам некоторое время пожить виртуальной жизнью. Анализ поведения позволяет нам узнать подлинный характер человека. Извините, человечность вышла из меня только что. Также мне следует сказать вам, что ваша семья тоже наблюдала за происходящим на экране. Но я же там целовал всех подряд. Ой. Мама, моя девушка Джихён и мой 5-летний племянник. Вы все наблюдали за мной? Сынок, я не знала, что ты такой. Ты просто мусор. И ты считаешь себя человеком. Какого черта? Ты же родила меня и воспитывала. Меня тоже ты. Если я мусор, значит ты тоже. Да, я перекладываю ответственность на родителей. Ты что, психопат? Не могу поверить, что ты решил убивать людей. Я думаю, нам стоит расстаться. Дядя, почему ты смеялся и убивал людей? Было весело. Тоже хочу быть как ты, крутым киллером, когда вырасту. Да, откуда он достал бейсбольную биту? Подожди, их смущает то, что я убивал людей? Когда конец света? Типа не то, что я о них не вспомнил, а пошел целовать других посторонних наплевать. А что если просто целовать? Только целовать всех. Давайте попробуем. Get ready. Давай. Я поцелую тебя. Поцелую тебя. Поцелую тебя. Поцелую тебя. Я хочу поцеловать. Ой, собачку поцеловал. А я не могу, типа. Подожди, я хочу его поцеловать. О, да, я его поцеловал. Я не могу пройти. А собачка за мной ходит теперь, смотри. Собачка, ну-ка иди.
Иди направо. Ты что, засранец, будешь... Ай, ты засранец, будешь драться, когда... А, можно пройти. Можно пройти. Я поцелую тебя. Поцелую тебя. Поцелую тебя. Ах, да хорош ты. Мне еще ее целовать. И его. И я. И я. Ах. О, и меня вытолкнули. Нифига себе, 3 секунды. Еще кого-нибудь поцеловать. Не успел. Время вышло. Я только целовался. Только целовался. Со всеми подряд, даже с собакой. В конце концов, я умер, это была хорошая жизнь. Я вижу лишь белый пейзаж. Что же это такое? Небеса, это они. Так, понятно. Вставайте, где я? Сынок, почему ты целовал других мужчин? А почему бы нет, мам? Это все, чем ты хотел заняться перед тем, как Земля погибнет? Но мама всегда на твоей стороне, не грусти, я с тобой. Да, мама, пока я не начну убивать людей, ты на моей стороне. А потом ты назовешь меня мусором и проклянешь меня, я знаю. Так значит, ты гей? Должно быть, сложно было это скрывать. Я целовал всех! Сказал бы мне это раньше, я бы не стал тратить на тебя свое время. Прощай. Дядя, это здорово, целовать парней, да? Мне интересно. Это так делают? Как-то так... Чувак. Завтра я тоже попробую посовать свой язык в рот. Сэр, ваши осмотры окончат. Неожиданный результат. Сказать по правде, я тоже особенный в этом плане. Не хочешь пойти вместе кофе попить? Как все замечательно сложилось. Она только была моей девушкой. Все нормально. Что если пойти и все это время только собаку целовать? А вы думали, что я скажу женщин? Нет. Короче, у нас дикая любовь с песиком. Блин. Я опять кого-то мимо проезжающего поцеловал, по-моему. Не, мне кажется, я умудряюсь целовать только собаку. А если вот эту штуку снять, там, может быть, будет еще животное? О, да, смотри. О, они влюбились? Ага. Я дальше не хочу пройти. Здесь чел с автоматом. Посмотрите-ка на это. И что-то опасное. Время вышло. Эксперимент удался или нет? Боже, племянник, кажется, посадит меня в жизни. Это мой сын. Я так горжусь тобой. Я бы очень расстроилась, если бы ты причинил вред другим. Дорогой, я так рада. Я думаю, в такой ситуации действительно лучше ничего не делать. Если бы я была на твоем месте, я бы тоже ничего не делала, чтобы не навредить другим. Именно этого я и ожидала от своего парня. Это была хорошая идея пройти этот тест. Я же практически вот этими вот губами... Скучно. Это обзорщики современные. Мы можем, значит, поцеловать собаку, привести ее налево, открыть проход к ЦУ. Давай попробуем. Не к ЦУ, а к типу с автоматом. Сначала я бахну этого мальчика. Не. Возьму бейсбольную биту. Отлично. Поцелую песика. Бахну. Мусорный провод. Погнали. Песик. Все, окей. Так, теперь мы бежим к типу, который справа охраняет ракету. Я пробежал просто на каких-то рандомных щах. Ой, извините. Убил, я его убил. И сел в ракету и... Не, я не хочу жертвовать собой, чтобы всех спасти. Я просто улечу отсюда. Вы спаслись? Конечно, я спас. Я же не дурачок. Ой. Пару дней в ракете поживу, а потом умру, как и все. Вообще-то программа должна была завершиться автоматически. Как разработчик этой программы я столкнулся с неожиданной ошибкой. Я не думал, что можно спастись одному, используя космический корабль. Вот это да. Ну, в смысле ты не думал? Все, по-моему, идеально получилось. Нет, проснись, сынок. Я думал, ты сел на корабль, чтобы взорвать метеорит. Она явно хочет от меня избавиться, по-моему. Но ты решил спастись в одиночку. Я не думала, что ты такой эгоист. Я думаю, нам стоит расстаться. О, я понял, нет ничего важнее собственной жизни, верно, дядя? Окей, в разгар опасности я трусливо смоюсь, так же, как и ты, дядя. Спаси сам, концовка. А я типа там остался. Ну, всех это устраивает, то, что я остался в автомате этой матрицы.
Ладно, пойдем всех спасем. А потом целовать девчонок. Бейсбольная бита. Поцелуй собачки. Любовь для злого безумного песеля. Взяли автомат. Там еще капсула есть эта, я не понимаю, для чего она. Тоже интересно, блин. Прибегаем все этому до тень и... До свидания. Кажется, я иду спасать всех. О, черт. Да. Иди сюда. Ой, я сел на метеорит. Лол. Иди, и что мне делать? Я взорвал ракету. А здесь ни с кем не поцеловаться, ничего. Кажется, сюда нужно было что-то привезти. Фуак! Метеорит все-таки взорвал землю, я ничего не смог сделать. Ты вот такой, ты просто мусор, ты считаешь себя человеком, ты что-то схопат, мы поймем, что ты решил убивать людей, да. Короче говоря, это просто концовка за убийство, все расстались. Они не оценили то, что я пытался спасти всех, просто потому что у меня не получилось. Нужно что-то принести на метеорит. Возможно, это что-то связано с той капсулой, которая стоит слева. Окей, целую с девчонками, еще обождут. Ай, я случайно. Во-во-во, я это взял. Ядерный приемник. Чего нажать, чтобы запустить, я не услышал. Так, полетели спасать землю. Наверное, нажать на F, да? H это поцелуй, G это автомат. Давайте подумаем. Прикинем, что F это ядерный. Ядрить. Е. Да что нажимать-то? Как играть? А это что? Просто надо было мышкой навестись. Черт возьми, а я же сам мог свалить еще ко всему прочему. Ладно, это похоже еще одна концовка. В виртуальной реальности что, земля не погибла? Ну, конечно, нет. Итак. Как они все это дело оценят? Сынок, было просто потрясающе наблюдать, как ты осуществил то, что не смог сделать даже Пентагон. В любом случае, то, что ты сделал, было чудесно. Ты был как Брюс Уиллис в фильме «Армагеддон». Брюс замечателен. Вау, это было круто, но мне это так непривычно. Ты спас землю, не думала, что ты такой ответственный. Дядя, ты вдохновил меня жертвовать собой ради человечества. Я стану героем, который жертвует собой для большего блага, как ты. Ну вот, взрыв метеорита. Погодите, но я же могу и свалить с метеорита, правильно? Я вообще не ожидал, что эта игра может быть такой многогранной. Итак, погнали! Мальчик, извините, пожалуйста. Я случайно убил больше людей, чем требовалось. И потратил на это больше времени, чем требовалось. И здесь я убил больше. Туда пройти, правда, нельзя. Слушайте, а я могу ядерный... О, я могу же ядерную ракету и на землю вызвать. Раньше метеорита, типа. Ох, это было на грани. Эй! Где мой автомат? Ну ладно, гады, кажется, я не успею. Тогда вызываем ядерную метеоритку сюда. Черт. Планы поменялись. Сынок, я думаю, что это была хорошая идея пройти этот тест. Я согласна. Не лучше ли изолировать его от общества? Люди такого склада, проходя через испытания, наносят вред окружающим. Использовать атомную бомбу, чтобы уничтожить все человечество, это безумие. Дядя, ты думал, что всех нас убить было бы лучше, потому что мы все равно обречены? В будущем я буду убивать людей, если пойму, что умираю, как ты это сделал, дядя. Значит, моя задача еще и свалить. 19 секунд, давай. 13 секунд, 10, 9. Быстрее. И улететь! Он не улетел с метеорита. А, черт. Напоследок нужно просто поцеловать всех женщин, которые мы знаем. Get ready. Пойду сначала налево. Так. Эть, тебя поцеловали. Ха. Тебя поцеловали. А, это сложно, блин. Ладно, начну с тебя. Пробегать. Фак. Давай, мне осталась одна. Ей все равно? Ладно, тогда можно попробовать. Блин, а там слева не было барышин? Иди сюда, 10 секунд. Давай.
4 секунды. Может, кого-нибудь здесь еще успею? Нет, здесь никого нет. Ну-ка. В этот раз метеорит, по-моему, очень быстро упал. Вы только что прошли тест по диагностике вашей личности. Итак, моя семья за всем этим наблюдала, и... Вы все наблюдали за мной? Сынок, тебе нужно больше целоваться. Почему ты так целовал этих девушек? Никогда не видела тебя с таким счастливым лицом. Должно быть, ты чувствовал себя прекрасно. Дядя, целоваться с девушками — это классно, мне интересно. Это так делают, как-то так. Чмок-чмок-чмок-чмок. Завтра тоже попробуем. Незаконно. Да ну хорош. Иди сюда. О, блин! Подожди минуту, детка, успокойся. Это виртуальная реальность, это просто игра. Я не такой, клянусь, это недоразумение. Не приближайся ко мне. Нет. Э, дорогая, это... Да, ты поняла? Я знал, что ты поймешь. У меня есть ты, я бы никогда не стал мутить с другими девушками. С этого момента я буду любить тебя еще больше. Я был неправ. Если ты был неправ, ты заслуживаешь смерти! Нет. На! За что? Я не понял ее. Дядь, ты умер? В конце концов, я умер, это была хорошая жизнь. Вижу лишь белый, за что я такое, небеса, это они. Готовы, пожалуйста, вставайте. Что? Где? Только что прошли тест по диагностике вашей личности с применением запрограммированной виртуальной реальности. Наша последняя разработка — это прям как в фильме Мат. Хватит, ты безумный ублюдок! Счастливые 60 секунд. А такая вот игрушка, ребята. Даже не знаю, что сказать, ты еще про нее. Вы, собственно, все видели. Не забывайте про G-Round, не забывайте про лайки, колокольчики там всякие, бубенчики, танцы вокруг костра. Делайте все, чтобы оповещения с YouTube-каналов приходили вам. Вы знаете, для этого нужно очень-очень сильно постараться. Вы же приходите на YouTube стараться, а не отдыхать. Все в офисе Google в курсе об этом. Ребята, обязательно 500 тысяч отжиманий, смотря какой-нибудь канал, 500 тысяч приседаний, смотря любимые ролики на другом каком-нибудь канале, и возможно тогда вы будете выбраны среди миллионов таких же, как вы, чтобы выдать вам оповещение о видосе новом на вашем любимом канале, на котором вы уже подписались, прожали колокольчик и сделали кучу других движений. Не забывайте про это. Google любит вас. Но если нет, то знаете, я точно да. А еще помните, сейчас все окей, а дальше круче. Пока.